Окей. Молодой Платон девственник. Это как бы не то, чтобы утверждение, это название песни. Не констатация тезиса, а предположение, которое исходит из названия самого трека артиста. Скорее всего, читается хан, да, потому что мы же знаем, что X или V это там перевернутое а X это может быть как Е, так и О и так далее. Вот, поэтому, скорее всего, да, это, конечно же, хан. Текст песни «Девственник». Слушаем. Молодой Платон, девственник. Минута 58. Поехали. Да, что у нас такое? Просто я девственник. Ой, нихуя себе тут у нас. Ай, вот так вот у нас уикенд залетает туда. Прости, я девственник. Просто я девственник. Прости, я не знаю, что такое секс, но я сексуаль. Нам не стекают бриллианты, все любят этого парня. Может, просто стесняюсь, такого ведь не бывает. Что я миллионер, в то же время я не ебался. Одна подумала, что она не хочет, как все. Типа, если я звезда, много крутиста мне. Она хочет меня, но боится подойти. Я уже на выходе из клуба, тут Мерседес кэш. На секс, секс, секс. Почему я стала на секс, секс, секс? Почему я стала на секс, секс, секс? Почему я стала на секс, секс, секс? Почему я стала девственник? Просто я. Это очень круто. Не продолжает, прям не занимается самоповторами, так сказать, да, Платон, после своего замечательного альбома Son of Trap, там Козлина, да, вот такие треки, короче. Он пробует себя дальше, и учитывая его скилл, это получается красиво. Это охуенный трек, который, скорее всего, аналогично с многими его охуенными треками, не получит признание в 2021 году по причине хуй знает чего. Вот. Но трек очень крутой. Трек охуительный. Я гарантирую это. Прям хорошо. Это прям хорошо. Так, 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 так. Да, интересно, интересно, интересно. Давайте послушаем сейчас какая-то хуйня тут сходит. Да, погнали. Слушаем, оцениваем. Он фанат Платона. Бля, мне нравится, как он делает очень. Они все теряются, твои богини. Ты бы выглядела круто на том же стрип. Охуенно делал, охуенно. Я сказал бы лучше сын. Есть одна проблема, сказал ей на ухо тихо. Просто я девственник. Просто я девственник. Прости, я девственник. Просто я девственник. Прости, я не знаю, что такое секс, но я сексуаль. На мне сияют бриллианты, все. Тренд 3 или 4, скажите мне. Да, то есть как бы там не было охуенно, но с точки зрения тренда это 3 или 4. Да.
Именно звука, 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 звука. Что я миллионер, в то же время я не ебался. Одна подумала, что она не хочет, как все. Типа, если я звезда, много крупиц на мне. Она хочет меня, но боится подойти, yeah. Я уже на выходе из клуба, тут Мерседес. Кэш на секс, секс, секс. Вроде четвертый, чем я стала на секс, секс, секс. О чем я стала на секс, секс, секс. О чем я стала на секс, секс, секс. О чем я стала. Девственник, я, просто я. Одна подумала, что она не хочет, как все. Типа, если я звезда, много крупиц на мне. Она хочет меня, но боится подойти, yeah. Я уже на выходе из клуба, тут Мерседес. Кэш на секс, секс, секс. Почему я стала на секс, секс, секс? Почему я стала на секс, секс, секс? Почему я стала на секс, секс, секс? Почему я стала девственник? Я, просто я. Платон делает треки, которые прям охуенно напевать на улице, да, действительно. Я козел, я козлина, бля, я девственник, пиздец, короче. Прости, я девственник, я просто я девственник, прости. Мне нравится. Девственник, просто я девственник. Индивидуальность, харизма сколько? Ну, я верю тому, что он поет. Ритмика со Старбой, какие 10. Не разбираем плагиаты, бро. Разбираем реализацию, понимаешь? Потому что я тебе скажу так. Если мы начнем копаться в плагиатах, мы просто сами себя наебем. Почему? Потому что артисты, которые как будто бы не плагиатят, по факту они имеют референсы, а некоторые прямые плагиаты на артистов, которых мы просто не знаем. Если здесь есть Weeknd, да, определенный, да, то и мы такие, о, бля, нихуя мы тебя спалили. А в остальных артистах мы просто не спалили, что ли, и поэтому мы вот типа поставили высокие баллы. Мне кажется, это полная хуйня, поэтому этим я не занимаюсь. А вот, мы смотрим реализацию. Как это сделано? Вот и все. Можно, блядь, байтить немецких чуваков, латиноязычных, даже японский есть дрил, вот Isis Respect, да, поскидал мне несколько треков интересных. Да, охуенные артисты прям есть, интересные, да, делают хорошо. В данном случае Акира Джун, Акира Джан, рекомендую ознакомиться. Вот, то есть можно смело пиздить оттуда все это, да, и типа мы такие, о, нихуя себе, как самобытно. Поэтому нет, не будем ничем и доебываться до каких-то там референсов, да. Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Да. Так, ну, в общем, вот так вот. Восемь, девять, десять. Я думаю, что, знаете, что можно сделать? Да, я думаю, что вот так можно поставить. Да, вот так. Атмосфера Льва, 5 баллов. Мне пиздец нравится. И смотрите, какая интересная хуйня получается. Этот трек набрал 78 баллов, то есть меньше, чем предыдущий трек. Но я хочу добавить его в плейлист. Да. Мейнстрим. Мейнстрим же, да? Ну, я думаю, да. Это все-таки не альтернатива. Это все-таки мейнстрим. Да, улетел в плейлист этот трек. Ставьте Лукас и слушайте плейлист. 78 баллов. Бам.